Актуальная информация для автомобилистов. В столице Верхневолжья на набережной Лазури изменилось движение транспорта. Об этом сообщает информационный портал «Панорама.Про», входящий в медиахолдинг «Тверской проспект». Теперь повернуть на улицу Орджоникидзе в сторону площади Гагарина с набережной можно с двух левых полос. Ранее только с одной, крайней. Движение прямо, согласно знакам, теперь возможно только по двум правым полосам движения, а поворот направо разрешен с одной, крайней. Как и было ранее. Это сделано, чтобы разгрузить перекресток. В одну полосу под стрелку налево не успевал проехать большой поток автомобилей.